через дальний борт. И есть здесь вариант с передачи вперед. Щеглов шайбу обработал. Хороший пас. Колодий в зону вошел. Отличная передача. Бросок. 1-0 становится счет у нас. Вот так вот разыграли эту комбинацию. Андрей Матюшин блестяще убрал шайбу на неудобную руку. И уже пустой угол отправлял игровой снаряд. Не удается шайбу доставить до створа. Телегин в ближний угол. Заблокировали эту попытку. На пути шайбы Анисимов встал уже в полном составе. Чайка, и не удается шайбу накрыть. Утенкову накатил на чужой пятак в этой ситуации Матюшин. И вновь отличается 97-й номер белых медведей. Дубль оформляет Катаулин. Шайбу корпусом укрыл. Прончкин. Быстрый пас вперед. Телегин. Дубль поднял. Хороший перевод. Бросок. И это 3-0. И это хэт-трик в исполнении Андрея Матюшина. Здесь дали пространство Андрею. Дали возможность голову поднять. И своим шансом воспользовался 97-й номер на 100%. Отличное попадание, ну и классная передача в исполнении Телегина.